Сегодня мы расскажем, как домашняя сметана может стать основой для самых изысканных соусов. В этом нам поможет йогуртница Tefal Lacteo. Для приготовления сметаны добавьте в закваску 20% сливки и тщательно перемешайте. Залейте смесь в стакан йогуртницы. Установите таймер на 6 часов. Оставьте сметану в холодильнике на 4 часа. Основа для домашних соусов готова. Соус из авокадо идеально подчеркнет вкус рыбных блюд. Очистите авокадо от кожуры, закиньте в чашу блендера. Добавьте чеснок, соль и лимонный сок. Залейте сметану и взбейте блендером. Сладкий клубничный соус станет отличным дополнением к блюдам из курицы. Для его приготовления закиньте в ручной измельчитель клубнику, корицу и сахар. И добавьте сметану. Взбейте до однородной массы. Освежающий соус со свеклой и зеленью прекрасно подойдет к мясным блюдам. Измельчите свеклу, кедровые орешки, петрушку и укроп. Добавьте сметану. Тщательно взбейте ингредиенты. Готовые соусы сделают любимые блюда еще вкуснее. МВидео. Нам не все равно.